Друзья мои, всем привет! У меня в семье все очень любят арахисовую пасту, но вкусный продукт хорошего качества стоит не менее 300 рублей. Я же готовлю арахисовую пасту за 60 рублей. И сейчас поделюсь своим рецептом. Так вкуснее и дешевле, и полезнее. Итак, у меня пачка арахиса 250 грамм. Купила в фикс-прайсе за 55 рублей. Понадобится столовая ложка растительного масла, столовая ложка сахара и соль. Высыпаем орешки в чашу блендера. Добавляем чайную ложку соли. Вообще соль добавляйте по вкусу. Можно добавить и поменьше. Если же у вас жареный арахис уже соленый, то соль можно вообще не добавлять. Добавляем столовую ложку сахара. И добавляем столовую ложку растительного масла. Одной будет достаточно, потому что арахис даст еще свое масло. И теперь при помощи блендера мы превращаем наши орешки во вкусную и ароматную арахисовую пасту. По времени смотрите по мощности своего блендера. Я взбивала примерно 3 минуты. Паста готова. Перекладываем ее тару для хранения и убираем в холодильник. Хранить в холодильнике в закрытой таре можно не более 2 недель, но больше 5 дней этот продукт у меня никогда в доме не задерживался. Он действительно очень вкусный. Это вкусное, сытное и ароматное лакомство, которое идеально намазывать на хлеб или на печенье. Мне также нравится намазывать на горячий тост, а сверху добавлять еще джем. Я желаю вам приятного аппетита, друзья! Подписывайтесь на мой канал и давайте готовить вместе. Быстро, вкусно и просто. Всех обнимаю, целую. Всем пока!